Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Railway Empire. Ну что же, с вами будем выполнять теперь сейчас сложную задачку. Надо соединить 7 городов с населением в 50 тысяч. Первым делом я здесь построю станцию ТО, потому что я про нее забыл. Дальше мы с вами копим деньги на то, чтобы провести очень-очень дорогой путь к городу Кокимбо, который, в принципе, сам по себе растет очень хорошо. 20 тысяч у него уже есть население. Путь стоит 312 тысяч. 312 тысяч, потом это, получается, у нас будет с вами пятый город, это у нас будет с вами шестой город, и это будет у нас с вами седьмой город. Здесь мясо, здесь два места с пивом. Все хорошо, так что будем именно вкладываться в этот город. Надо будет копить 313 тысяч. Я не могу пока взять облигацию, у меня нет возможности такой. У нас есть изобретатель, но мне бы лучше сейчас профессора. Вот это бы да, это было бы лучше всего. Потому что 312 тысяч накопить проблематично, а у нас с вами осталось 2,5 года всего лишь на то, чтобы выполнить это задание. Все остальные города растут. Куско пока тоже растет. 25 тысяч населения. У нас почти 80% спроса удовлетворяется, не хватает только рыбы. Но, опять же, рыбу возить отсюда — это не вариант. Потому что надо бы тогда сначала... Хотя, почему не вариант? Вот, профессор появился, кстати. Профессора я лучше возьму. О, профессор, да вы хороши. Да вы очень хороши. Я могу построить наконец-то здесь путь. И все. Путь нужен только для того, чтобы здесь сделать эффект соединения. Дальше мы с вами будем строить станцию вот сюда, в Сантьяго. Давайте, наверное, как-то лучше вот так поставим станцию. И поехали соединяться. Никаких туннелей, никаких мостов. 2-2, не страшно. Ну и здесь. Вот так, в принципе, неплохо. Мост есть. А, так это мост. А, так это не надо. Так это не надо. Мост нам не нужен. Так, здесь он становится больше. 6%. 4 уже мост. Ладно, вот так получается. 157 тысяч. Надо будет соединяться. Кокимбо растет. Кокимбо будем соединяться с Сантьяго. Здесь надо будет двумя путями соединяться. Но я думаю, сначала мы с вами построим просто тупо пути между этими тремя городами по одному. Потом будем делать дубликаты этих путей. Ну, двойной путь. И тогда уже пускать товарники между городами для начала. 157 тысяч. А потом уже... доставлять грузы, которые требуются городу. В принципе, они как бы и сами неплохо развиваются, да? У них 80% удовлетворения спросом, при том, что я им ничего не доставляю. Это же просто классно. Так, соединились. Давайте копить на следующую станцию. Каспецион пока не развивается. Вот у него как раз плохо удовлетворяется. Строим, значит, здесь станцию. Вот в эту сторону лучше. Так, туннель, конечно же, нам здесь не нужен вообще никак. 1%. Здесь рогатый скот. Вот так. Здесь вот так. Немножко... обрежем вниз, в землю вроемся, так сказать. Нет, туннель уже не нужен. Здесь немножко поднимемся. 4%, 3, но это уже мост. А здесь чисто из-за кукурузы. Все замечательно. Я, наверное, что-то здесь вот сделаю. Да, 2, 0, 0, 0. Хорошо, 216 тысяч здесь будет стоить дорога. Будем копить. Будем копить.
Так, что у тебя здесь? Куска пока растет. Куска пока растет, это хорошо. Я думаю, с таким спросом, наверное, мы до 30-ки тогда успеем догнать. Сахар только нет, но, блин, его возить некуда, этот сахар. Ниоткуда просто физически. Здесь нам взяли, блин, и сахар заблокировали. Я не знаю почему. Топограф. У нас, по-моему, кстати, нет топографа. Он уменьшает стоимость новых путей. О, лучше пути, тем более здесь бонус есть. Меняем топографа. Соответственно, путь уже будет стоить 199 тысяч. Уже хорошо. Был 200 с лишним тысяч. Так, куска растет. Все остальные вроде как бы тоже растут. Кокимба тоже растет. Вообще шикарно. Сантьяго тоже растет, тоже шикарно. Здесь, кстати, можно будет уже отправить состав между городами. Почему бы и нет, да? Вагон-холодильник. Настроить путь. Только грузы отсюда. Сюда поехал. Башня. Да, наверное, тут нужна башня. Их, наверное, надо будет две построить. Одна вот здесь. Вторая где-то вот здесь. Пусть мотается состав, я еще тут поставлю, на всякий случай, ожидающие семафоры, хотя они-то пока нафиг не нужны. Да, давайте пока без семафоров обойдемся. Копим, значит, 199 тысяч. Прокладываем здесь дорогу. Кстати, тогда, получается, нужен будет здесь этот семафор. Именно здесь. Здесь пиво, здесь, кстати, мясо. Да? Да. Тогда сюда ожидающий. Ну, поменяй-то, пожалуйста. А, все понятно. Все понятно. Ладно, пофигу. Тогда здесь я поставлю ожидающий. Здесь надо будет прокладывать второй путь. Ну, что-то как-то на него тратить деньги свои не хочу. Все, поехал. Хорошо, пусть едет, а мы пока с вами можем копить деньги. 50 тысяч есть, облигация. Облигация еще пока никак. Куска пока тоже растет хорошо. 72%. Здесь, кстати, какое можно будет построить предприятие? Я даже не знаю. В принципе, возим дерево. Можно построить этот бумажный комбинат. Почему бы и нет? Бумага будет делаться. Потому что бумаги-то нигде не делаются бумаги. Пиво, пиво. Вот, кстати, здесь можно было поставить между место пивного что-нибудь, какое-то другое предприятие. Тогда я мог бы отсюда пиво забирать, сюда возить. Было бы тоже классно. Ну ладно. Пока давайте заниматься все-таки этой частью. Машинист есть. Давайте брать машиниста на работу. Так, все, я могу уже прокладывать путь. Замечательно. Наверное, я пущу здесь товарняк между городами. Ну, кстати, надо будет еще поставить станции ТО везде. А то я забыл. Так, башни. Башни тут надо будет три. Одна здесь. Одна здесь. Одна где-то вот здесь. Пока как-то так, а потом дальше посмотрим.
потому что, возможно, я эти башни потом снесу, когда проложу второй путь. Ну и сейчас будем копить деньги на локомотив. Опять же, дальше, чтобы развиваться, надо будет делать вторые пути. Так хотя бы уже будем что-то зарабатывать. Деньги есть. Вагон-холодильник. Только грузы. Отсюда. Сюда поехал. А увеличить частоту появления соискателей с высоким опытом на 20%. У меня таких денег нет. К сожалению. К сожалению, здесь я профукал. Момент. Так, ну, станция ТО. Станция ТО 80 тысяч стоит. Сейчас хотя бы одну построить в Сантьяго. А потом дальше видно будет. Каспийон рост падает. Это плохо. Здесь и сахар, кстати, есть. Почему здесь падает рост? А, кукурузы нет, дерева нет, мяса нет, рыбы нет. Все понятно. Ну, нужна сначала станция ТО хотя бы в одном месте. Вот, замечательно. Теперь давайте прокладывать второй путь. У нас станция развивается в эту сторону, значит, будем строить вот здесь. Купим эту сумму. Охранник. Охранника можем поставить. Куска растет. Куска, кстати, уже 31 тысяча. Неплохо. Возможно, с этим процентом мы сможем сделать 40 тысяч или хотя бы 35. Вот бумага, да, нужна. Нужна бумага. Сахара здесь нет и сахара здесь не будет. А вот бумажный комбинат... Здесь и пригодился. Самый быстрый поезд, король железной дороги, Хадсон 464, поглотила 132 км в час. Так, сколько путь там стоит? 139, отлично. Так, поехал здесь локомотив? Пока еще нет, это хорошо. Раз, два, блин, ну вот как я и говорил, да, давайте, наверное, я, он уже поехал, ладно, давайте пока сюда. Ну хотя, в принципе, неплохо вроде как получилось. Сойдет, ладно. Хорошо. Пока давайте заниматься развитием вот этих двух городов. У вас здесь, в принципе, не хватает только рыбы и сахара, да? Рыбы и сахара. Рыба здесь есть. И рыба здесь есть. Наверное, лучше... А, ну если здесь, тогда, получается, надо будет и здесь сделать второй путь. Блин, ну вот придется строить второй путь все-таки. Придется строить здесь второй путь. Ладно, посмотрим, сколько это будет по деньгам. 283 тысячи. 283 тысячи. Копим? Вариантов пока нет, облигации я не могу взять, к сожалению. 100 очков инноваций маловато. Надо будет копить 200.
Сюда 200, сюда 200. Потом... А, нет, сюда 200, потом сюда 100, чтобы тяговую мощь увеличить. Так, семафорчики, кстати, поставим здесь. Башен здесь нет обслуживания. Про башни будем думать немножко попозже. $283 000 требуется. Потом, значит, пускаем сюда рыбу. Затем пускаем кукурузу. Сахара опять же нет. Да, как-то у нас проблема с сахаром-то. Сахара нигде нет, сахар только вот здесь есть. Хм, интересно, ладно. Кочегар. Попробуем поставить кочегара вот сюда. Отлично. Прокладываем... А почему? А что за ерунда вышла? Странно. Вот, отличненько. А, дальше башня одна будет, наверное, где-то вот здесь. Вторая будет где-то вот здесь. Ну, а дальше пока не знаю. Пока запускаем рыбу. Пока запускаем рыбу. Так, одна башня. Вот здесь. Вторая где-то будет, наверное, все-таки вот здесь, на возвышенности. Или вот здесь вот. Пусть будет, наверное, вот здесь вот будет. Вторая башня. Отлично. Пускаем тогда сейчас здесь рыбу. Строим станцию, строим дороги и все замечательно. Проценты к выплате облигаций. Так, одна станция уже есть с рыбкой. $23 000 стоит путь. Я сразу, наверное, вторую построю дорогу, чтобы не париться. Молоко, если что, можно будет отсюда возить. Вот сахар, кстати. Почему бы и не возить? Здесь можно соединиться, и все прекрасно будет. Еще 23 тысячи. Да, кстати, сахар можно будет возить. Здесь башня есть. Тут башня есть. Так что неплохо. Ах, не получится, да, поставить? А вот здесь можно, в принципе, поставить. Но пока он будет один состав мотаться с рыбой. Хотя Кокимбо продолжает расти. Вот как раз сюда рыбу привезти, сахар привезти, и можно будет даже дальше не париться. С Кокимбо я имею в виду. А вот Куска, наверное, уже встал. Нет, пока еще растет. Пока еще растет 36 тысяч. Да, до 40, наверное, скорее всего, хватит. Но под вопросом, опять же. А, нет, не интересует. Локомотив. Вагон-холодильник. Настроить путь. Отсюда.
сюда поехал. Эффект соединения кто с кем. Ох ты. Не, друг, у меня столько денег нет, чтобы тебя тут соединять. А вот здесь попариться, наверное, надо будет. Один путь. Второй путь. Так, здесь он как раз будет возвращаться пустой, поэтому здесь можно добавить эффект соединения. Ой, эффект соединения, говорю, этот семафор. Здесь, в принципе, тоже, но вроде как тут и состав-то помещается неплохо. Здесь. Здесь. Здесь снесли. Здесь снесли. Все, неплохо. Давайте копить на локомотив. И отправлять туда сахар. Давай, 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 давай. Поднатужься, ну. Дайте мне деньги на локомотив. Так, вагон-холодильник. Отсюда. Сюда поехал. Так, ожидает погрузки, но тут еще надо будет поставить еще одну башенку. Примерно где-то, наверное, вот здесь вот. Тут башня-то есть, а вот здесь башни нет. Надо будет поставить. Все, хорошо, 200 очков инноваций у нас есть. Развиваемся вот сюда. Замечательно. Так, каким бы растет, значит, мы сюда отправили с вами рыбу, отправили сюда сахар, бумага пока нет. 32 тысячи, скоро уже будет 35 тысяч. Стоп. Вот это уже интересный момент. Эффект соединения, и я получу 225 тысяч. Я просто здесь соединюсь, я не буду пока ничего прокладывать. Получу деньги. Снесу все это дело. И здесь мы с вами будем прокладывать молочко. Я не знаю, может быть здесь получится, знаете, как сделать, расширить станцию. Во-первых, здесь построить станцию ТО. Получилось расширить неплохо. Так, отлично, все вышло. Хорошо. Сюда. Ну и будем ждать, когда там потеряется 35 тысяч, и отправим туда состав с молоком. Башня как раз здесь есть. 35 тысяч. Тут, в принципе, недолго. Расти до 35 тысяч. Как раз сейчас приедет рыба. Она, по-моему, приехала, рыба, да? Да, рыба приехала. 70% опять спрос. Сейчас сахар приедет и должно появиться молочко. Пока про это дело здесь забудем. Смотрим на Куска. Нам надо же с вами Куска же развить. Да, у Куска, считай, уже 40 тысяч есть. Замечательно. Тогда здесь надо построить бумажную фабрику. Постройка бумажной фабрики. 250. Мне как раз хватает денег. Давай, Куска, пожалуйста, развивайся. До 40 тысяч. Я построю тебе бумажную фабрику. И... состав с деревом у нас мотается. Где он? Он только поехал, к сожалению, блин, только поехал. Надо будет делать ему дубликат. Обязательно. А предприятие я расширить не смогу, мне не хватит денег, это точно. Расширить я не смогу.
Ну, в принципе, он полпути уже занял. Давайте, наверное, я сделаю дубликат. Это раз, да. Во-вторых, куска вырос. Я строю здесь бумажную фабрику. Это два. Отлично. Соответственно, расширение производства мне не хватит денег. Пол ляма на это дело надо будет. Но уже бумага здесь есть. Здесь сейчас появится... А дерево уже есть, кстати. Дерево есть, и бумага, значит, тоже будет. Ну и спрос, соответственно, будет тоже выше расти. Хорошо, здесь пока все. Смотрим, что у нас здесь. В Кокимбо. Кокимбо 35 тысяч есть. Значит, делаем локомотив, вагон-холодильник, потому что это продукты питания. Появился проводник, но он мне не нужен. Проводник мне здесь не нужен. Так, молочко тоже поехало. Пока давайте про Кокимбо мы с вами здесь забудем, потому что, мне кажется, они смогут здесь спокойно дорасти. На 40 можно будет еще кофе пустить, но только, по-моему, здесь кофе нет. Здесь только есть какао. Дерево, наверное, здесь смысла нет возить, потому что вроде как дерево есть постоянно. Я думаю, что да, здесь париться не стоит. А вот в Сантьяго... В Сантьяго... Рыба есть, требуется рогатый скот, кукуруза. Рогатый скот здесь есть. Давайте строить здесь станцию. А, подожди, мы здесь не проложили еще второй путь, к сожалению. Давай тогда прокладывать второй путь. Кочегар появился. Кочегар — это хорошо. Надо будет только не забыть перед тем, как строить семафорчики, посносить здесь этим. Станции ТО. Вернее, башни. Так, 196, кстати. Отлично. Блин, объект используется. Вот сейчас он используется. Вот как прям вовремя, да? Снести. Ну, в принципе, он стоит в нормальном месте, эта башня, поэтому ее можно не сносить. А вот ту, конечно, да. Ту хорошо, что снес, потому что слишком близко к городу располагалась. Вообще там... А, так подожди. Вот еще одна башня. Вот. Теперь можно будет построить башни. Одна вот здесь. Одна у нас вот здесь, и одна где-то примерно будет вот здесь. Все, замечательно. Вот теперь тогда уже можно будет возить рогатый скот. Так, у нас здесь есть кочегар. Проводник нам не нужен. Кочегар сейчас возьмем там, где у нас нет кочегара. Отлично. Так, 100 очков инноваций есть. Увеличим тяговую мощь всех локомотивов. Потом будем копить 200 сюда и 200 сюда. Так, станцию. Уже можем строить здесь станцию и возить рогатый скот. Так, мостов ничего нет. Замечательно, покупаем. Здесь семафорчиками давай разбираться. Это снесли, это снесли. Это поставили. Все. Все, теперь давайте отправлять рогатый скот. Знаешь, будем копить сейчас на локомотив. С рыбой. Рыбу надо будет и туда возить. Конспенсион. Да, ему нужна рыба, ему нужна кукуруза, ему нужно дерево. Рыба, кукуруза, в принципе, есть. Дерево. Дерево, в принципе, тоже есть, но надо бы тогда только вот здесь тогда сделать путь. И будет все шикарно.
Так, локомотив, да. Поехал локомотив с рогатым скотом. Все замечательно. Так, у нас здесь есть станция ТО. Давайте, наверное, еще вот здесь поставим станцию ТО. Все-таки у нас очень много мотается локомотивов. А самый быстрый поезд, король железной дороги, Супер Хадсон 464, поглотила 151 км в час. Хорошо. Еще надо будет тогда поставить здесь станцию, потому что нам сейчас нужно развивать компенсион. Для этого требуется соединить рыбу и кукурузу. Значит, надо будет поставить здесь станцию ТО. Отлично. Так, давайте здесь строить станцию с кукурузой. Одиннадцать тысяч не хватает. Сразу второй путь. Еще 10 тысяч. Так, подожди, не купил. Вот. Теперь семафоры. Так, здесь состав, наверное, влезет. И вот сюда. Башня там есть. Все, давайте копить на локомотив, отправлять сюда уже кукурузу. Кукуруза будет, рыбу. Рыбу-то надо будет вот здесь сейчас поставить. Ага. Влезли немножко в долги. Так, что у нас? Пока все равно 3 города. Но эти растут. Здесь уже, считай, 40 тысяч есть. Здесь тоже 40 тысяч есть. Мне надо самое главное, чтобы в Куск уже было 70. Ой, 70, говорю, 50. А здесь, можно сказать, что будет 50 тысяч. Здесь тогда надо будет поставить какое-нибудь новое предприятие. Либо в Кокимбо, либо в Сантьяго. Я думаю, в Сантьяго построить бумажную фабрику. А здесь, возможно, мебельную. Но у меня нет денег на все это дело. Так, я накопил на локомотив. Или нет, я еще не накопил на локомотив, к сожалению. Вот. Вот теперь уже можно брать локомотив. Нет, нельзя еще брать. Ну, теперь можно. Вагон-холодильник. Так, все, кукуруза поехала. Кокимбо выросла до 40 тысяч. Замечательно. Но денег здесь что-либо строить у меня нет, к сожалению. Давайте теперь строить станцию для перевозки рыбы. Возможно, как-то лучше ее поставить вот здесь. 22 тысячи. Тихо, тихо, тихо. Ну что творишь? 22 тысячи еще раз надо. Немножко не хватило. Теперь семафоры. Ну вот здесь, конечно, мне кажется, не влезет состав. Я лучше снесу на всякий случай. Так, ну и все. Машинист. Давайте поставим там, где у нас не хватает машиниста. Ах, жалко, не получается здесь. Может быть, вот здесь получится? Пойдет. Пойдет. Так, значит, на состав с рыбой. Эффект соединения еще один. Еще разок. Давай, почему бы и нет. Сейчас пока только получить бабла. Отлично. Вагон-холодильник. Настроить путь.
отсюда сюда поехал. Так, ну смотрите, получается у нас здесь уже сейчас будет 40 тысяч, да? Уже все, 40 тысяч есть. Здесь 40 тысяч тоже есть. Так, ну смотри, я хочу все-таки здесь поставить бумажную фабрику. Здесь бумажную, а здесь, наверное, по пошиву одежды. Кстати, здесь же недалеко шерсть. Так что вот тут построить предприятие по производству одежды будет прям, знаешь, самое то. Вот. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, что у нас с тобой здесь? Компенсион. Не хватает дерева. Надо будет тогда все-таки здесь строить станцию. Как-то вот так, наверное. Прокладывать путь аж вот сюда. Ну, вроде как ни мостов, ни туннеля, ничего нет. 97 тысяч. Будем копить. И сюда можно будет отправить дерево. Что, кстати, очень странно. Вроде как у нас сейчас рыбу привезу, да, кукуруза есть, мясо есть, пиво есть. Но роста все равно нет. Так, ну и, кстати, сразу тут же второй путь. Еще 92 тысячи. Так, а у нас уже 905 год. 905 год, а у нас только 3 города. Ну, смотри, это уже получается будет все-таки 4. Кочегар. Давайте, кстати, наймем кочегара. Отлично. Все-таки, надеюсь, это будет 4. Итак, правительство Аргентины выразило интерес к сотрудничеству с нами. Если мы сумеем выполнить их требования, то вскоре сможем проложить пути в Аргентину. В Асунсьон, да вы, ты подожди, мы, давай сначала мы с тобой одно задание выполним-то. Так, здесь 50 тысяч есть, 4 города, все, замечательно. Значит, ты у нас 5-й вырос, хорошо. 6-й тоже вырастет, замечательно. И вот ты у нас 7-й, и вот здесь, конечно, проблемка. Надо будет сюда пускать дерево. Сейчас разберемся здесь с семафорами, пустим состав с деревом. Где-то, наверное, вот здесь я поставлю еще одну башню. На локомотив как раз хватает. Отсюда. Сюда поехало дерево. Не будет только... А, сахар, кстати, тоже здесь будет. Почему нет-то? Сахара будет, я сейчас... Здесь поставлю станцию. Кофе будет, кстати. И дерево еще можно отсюда возить. Ну, почему бы и нет? Давайте сейчас, наверное, построим прям сразу от дерева путь. Нам потом будет проще там прокладывать дорогу. От остальных станций. Так, какой здесь туннель? Ты что, издеваешься? Какой мост? Что вы творите? Офигеть. Да какой же мост здесь может быть? Может быть, тогда лучше вот так вот? Вот. Вот так будет лучше всего. Так, все. Ни мостов, ни туннелей нет. 133 тысячи. 133 тысячи. Давай копить. Так, это надо увеличить прибыль от перевозки посылок на 6%. Ну, давай возьмем... Асунсьон, Асунсьон, а где город Асунсьон? Это Сальто, это Потоси, Ла-Пас. Где город Асунсьон?
Блин, где Асунсьон? Я что-то не понял. Я не понимаю, где город Асунсьон. Что? Вот это Асунсьон? Ты издеваешься? Вот это ты... Маразматик, блин, ты что за задания какие-то берешь немыслимые? Офигеть. 30 гидстали перевести. В своем уме вообще, мужик? Охренеть, вот это ты козлина. Кочегар, еще нужен кочегар, давай возьмем кочегара. Я просто в шоке, серьезно, Асунсьон очень находится далеко. А у нас с вами получается... Еще три города надо развить. Так, дорогу. Берем дорогу. Я просто реально в шоке. Офигеть, мужик, ну ты вообще с дубу рухнул, что ли? Ты в своем вообще уме такие задачи давать? Еще в такие кратчайшие сроки. Я только туда путь буду вести, наверное, не знаю, лет 10. А плюс еще надо производство где-то построить по производству стали. А там нужно уголь и железо, чтобы было все вместе. Мужик, ты вообще чё, о чем думаешь? У тебя голова вообще работает, варит, нет? Дебильнуться. Вот это вот ты задал задачку. Так, ну и куда вторую ставить? Давай, наверное, где-то вот здесь поставим вторую. Так, здесь 21 тысяча есть. Дерева до сих пор нет. А я разве не пустил состав с деревом-то? Я вроде пустил. А, ну он просто еще не доехал. Ну хорошо, пускаем тогда еще один состав с деревом. Так, все, дерево поехало. Так, они... А, Сантьяго, все, Сантьяго встал. Замечательно, 42 тысячи. И дальше не растет. Кокимбо пока растет. Что тебе не хватает? Тебе не хватает бумаги. И не хватает кофе. И не хватает дерева. А почему у нас здесь нет семафоров? Так, тут везде есть семафор, а здесь почему-то семафоров не было. Ладно, не хватает дерева, говоришь? Будем тогда доставлять дерево. Какие у нас варианты там? Так, дерево, говоришь, да? Ну, поехали с деревом. Так, дерево есть. Эффект соединения еще здесь есть. Какао требуется, не требуется, не знаю. Пока снесу. Зачем я поставил издательство? Объясните мне, пожалуйста. Ё-моё, я не то построил. Я не то... Я бумажную хотел поставить. Потому что издательство находится выше бумажной. Ну... Какого фига вы так сделали? Зачем? А, я, конечно, молодец. Ну да, я вот поставил не то, что надо было.
Блин, здесь нужна была бумага, бумага. Ой, да. Где теперь мне взять 250 тысяч? Блин, надеюсь, я успею. Так, охранник появился. Где можно будет поставить? Ну, здесь вообще никого нет, так что давай поставим сюда. Как же так-то? Ну, блин, зачем? Вот почему они расположили издательство выше бумажного комбината, блин? Я вот уже реально по зоопарке, блин. Благо хотя бы этот. Не так сильно дорого стоит все это дело. Не издательство, бумажный. Бумажный, вот. Как раз приехало дерево, будет делаться бумага. Все, замечательно. Кукурузы не хватает. Кукуруза была вот здесь. Тихо-тихо, ты куда поставил путь? Вот, отлично. Так, ну уже пора заканчивать серию. Ну, мужик, ты, конечно, дал задачи. Просто пипец. Задача называется пипец. Фух, так, кукуруза. 200 очков инноваций у нас есть. Давайте, наверное, обслуживание поездов на 25%, а потом уже надежность. Вагон-холодильник, потому что это продукт питания. Настроить путь отсюда. Сюда поехал. Так, у нас тут, скорее всего, просто, да, загруженность большая. Тут надо будет станцию расширять. Обязательно. Но всем этим мы с вами будем заниматься уже в следующей серии, так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.